Иногда, чтобы пойти своей дорогой, нужно дойти до нее по чужой. Сегодня я расскажу тебе формулу чемпионов. Настоящую формулу. Дорогу, которую прошли все чемпионы, когда-либо существовавшие и существующие. Это формула для тех, кто хочет идти вперед. Или кому надо подняться после очередного падения. Она состоит из трех слов, которые ты, конечно, знаешь, которые ты, конечно, слышал. Кровь, пот и слезы. Это самая старая формула успеха, формула стопроцентной мотивации. Вся человеческая жизнь складывается из этих слов. И сегодня я расскажу тебе, в чем заключается смысл каждого из них. Поехали. Кровь. Первая часть формулы «Кровь» — это боль и потери, кровь — это начало. Без боли и потерь невозможно стать новым человеком, ведь достижение цели — это значит шаг за шагом становиться кем-то новым. И это же значит терять часть себя, и чем твоя цель выше, тем большую часть тебе придется оставить на этом пути. И ты должен привыкнуть к боли, привыкнуть к тем потерям, потому что они проходят, они не вечны, они лишь часть пути, обязательная часть. Это тебя укрепляет, как мозоли, которые поначалу невыносимо болят, но потом на их место приходит загрубелая кожа. Синяки размягченной ткани со временем ее укрепляют. Слабость превращается в силу. Сперва отдаешь ты, потом дается тебе. Вначале ты теряешь кровь, потом она обновляется, с каждым разом делая тебя все более совершенным. Ты становишься подобным куску камня, только теряя свое несовершенство, ты можешь обрести совершенную форму. Такова суть первого слова этой формулы. Пот – это следующая часть формулы. Что такое пот? Когда он выступает у человека? Когда он повторяет? Повторяй. Повторяй чаще. Повторение – это закалка, это память, это привычка. Посмотри вокруг, все знания и умения человека даны и передаются ему именно с повторением. Молитвы, реклама, учеба, работа, вдох, выдох, восходы и закаты – все. Все повторяется. И ты повторяй. Повторяй свои шаги на пути к успеху, заставляй себя повторять еще раз и еще. Играешь на музыкальных инструментах – повторяй практику. Хочешь стать чемпионом мира по боксу – повторяй движения. Как выучить новый язык – повторяй слова. Как укрепить свою веру – повторяй молитвы. Повторяй. Повторяй шаги чемпионом, чтобы самому стать чемпионом, чтобы выработать свой стиль, чтобы дойти до этого. Ты должен повторить чужой путь, должен пролить свои три ведра пота. Слезы. Слезы – это удары. Удары по тебе. По твоей усталости, твоей лени, твоей гордыне, по твоему разуму, по твоим намерениям, по твоей мечте, по твоему настоящему и твоему будущему. Слезы – это то, что помогает продолжать, когда ты проиграл. Ты никогда не придешь к успеху без ошибок и без поражений. Но в действительности это не поражение, это лишь рубеж между тобою старым, который не мог, и тобой новым, который сможет. Слезы – это последние вздохи твоей слабости. Они просят тебя вернуться, просят тебя сохранить ту личность, которая умирает. Ведь она, как и всякая личность, хочет жить. Она оказалась слишком слаба для того, чтобы продолжать лить столько крови и столько пота, которую ты уже пролил. Она не может жить с ними, и теперь она плачет, потому что хочет жить. Но ты не слушай ее. И после того, как слезы пройдут, слабая твоя часть умрет и родится новая, новая, которой будет мало той крови и того пота, новая, которая захочет больше. И чем больше слез ты преодолеешь, тем больше слабости в тебе умрет. Слезы страшнее пота и страшнее крови, потому что кровь и пот идут из тела, а слезы идут из души. И потому это последняя черта для того, чтобы измениться внутренне, изменить свою подлинную целостность. Для сильного тебя слезы – это очищение, возможность стать новым. Для слабого тебя – возможность остаться прежним. А ты выбирай. Но запомни, лишь один выбор на этом перекрестке поведет тебя верную дорогой. Это выбор в сторону пота и крови. Вот и все. Это все три слагаемые истины и самой старой формулы успеха. И помните, что эти три слова подобны трем коням, которые несут вас навстречу вашей цели. Но вы
Держите их с помощью вашей веры, и если будете держать крепко, они приведут вас куда захотите. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Watch Gods. Впереди еще много интересного. Надеюсь, до новых встреч. Всем удачи!